В московском зоопарке впервые родились щенки редких кустарниковых собак. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На официальном сайте мэра и правительства столицы сообщается, что в московском зоопарке впервые родились щенки кустарниковой собаки. Свое название хищники получили за способность ловко передвигаться в густых зарослях и кустарниках. А встретить этих животных можно в тропических лесах и саваннах Латинской Америки. Отмечается, что данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «близкий к уязвимому положению». По словам генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой, специалистам удалось сблизить пару животных и получить потомство за сравнительно короткий срок – всего за 2 года. Кустарниковые собаки обычно долго привыкают друг к другу. На данный момент детеныши достаточно окрепли, но в наружный вольер выходят крайне редко. Гости зоосада смогут понаблюдать за маленькими хищниками в середине февраля. Вольер кустарниковых собак находится за экспозицией «Кошачий ряд» на старой территории. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!